будет насыщенным днем с множеством пресс-релизов. В 6:45 утра мы ожидаем данные по уровню безработицы в Швейцарии за ноябрь. Учитывая сезонные колебания, уровень безработицы в течение последних 2 месяцев оставался на том же низком уровне. К 7 утра мы ожидаем данные по промышленному производству Германии за октябрь. В сентябре объем производства снизился, частично отменив сильный прирост на уровне 2,6% в прошлом месяце. Ноябрьский индекс цен на жилье в Великобритании от Галифакс мы ожидаем в 7:30 утра. Нехватка жилья привела к повышению средней цены на жилье. На данный момент она находится на рекордно максимальном уровне. Итоговые данные еврозоны по росту ВВП в 3-м квартале мы ожидаем к 10 утра. Согласно первоначальной оценке, ежеквартальный рост составил 0,6%. Затем в 1:30 по Гринвичу мы ожидаем еженедельные данные США по заявкам на пособие по безработице. Количество первоначальных заявок сократилось на 2000 в период недели по 25 ноября. При этом количество продолжительных заявок увеличилось на 42 тысячи в период недели по 18 ноября. Данные Канады по разрешениям на строительство за октябрь будут представлены к этому же времени. В сентябре количество разрешений увеличилось после 2 месяцев спада. Канадский индекс PMI IVA за ноябрь мы ожидаем к 3 часам. Октябрьские данные оказали сильное влияние на потенциал роста, поскольку индекс вырос до самого высокого уровня с начала 2016 года. Глава ЕЦБ Марио Драги выступит на пресс-конференции Банка международных расчетов во Франкфурте, Германия, в 4 часа. Данные по кредитам потребителей США за октябрь будут представлены к 8 часам вечера. В сентябре был зафиксирован рост по кредитам. Он оказался больше, чем ожидалось. Пару выпусков новостей по японской экономике будет представлено в 23:50 вечера, включая итоговые данные по росту ВВП за 3-й квартал. Согласно первоначальным данным, ежеквартальный рост составил 0,3%. К этому времени выйдут данные по банковскому кредитованию за ноябрь. Объем кредитования продолжил расти в октябре. Однако темпы роста были медленнее, чем годовой прирост на уровне 2,9% в предыдущем месяце. Данные Австралии по жилищным кредитам за октябрь мы ожидаем в 12:30 ночи. Сентябрьские данные удивили спадом, поскольку количество кредитов упало впервые за последние 5 месяцев. Обзор основных новостей экономики на четверг, 7 декабря, подошел к концу. Завтра мы представим вашему вниманию данные по рынку труда США. До скорого!